Википедия была читать. Итак, я буду читать вас что? Саш, так, Кирилл, молча все делаем, молча. Итак, я объясняю, меня слышали. Вот это вещество беру оранжевого цвета, да? Так, надо сюда поближе, а то у нас... Я говорю, тут пора. Уже что? А я разбираю. Молча можно? Итак, я беру вещество. Давайте, я объясню. Беру вещество оранжевого цвета. Немножко засыпаю его, вот, насыпала, видите? Пока не надо снимать меня, зачем снимать? Так, я вдохну сюда спиртик чуть-чуть, чтобы сгореть. Можно без спирта? Так, чуть-чуть капельку спирта мы возьмем. Капельку, чтобы он у нас получше сгорелся. Можно сюда еще добавить магний, будет еще лучше. Давайте добавим. Будет еще лучше. Итак, все, отходите отсюда. Я куда не денусь. Так, значит, смотрите, вот началась химическая реакция, и мы с вами сразу несколько признаков этой реакции видим. Окисление. На что похоже? На вулкан. Вот он, наш маленький вулкан. Наш маленький вулкан. Вы видите, что пепла образуется огромное количество, да? Это оксид хрома получается зеленого цвета, а был дихромат аммония. Видели, что было вещества мало, а стало пепла. Все засыпало. Весь наш класс. Итак, этот вулкан может уснуть и опять внезапно проснуться. И ведет себя как настоящий вулкан. Поэтому давайте подойдем поближе. Вещество бани, это не вещество, это ядовитое. Поэтому оксид хрома ядовитый. Вы можете проснуться. Вот, пожалуйста, мы видим сразу несколько признаков химической реакции. Да?